Ну, привет, друзья. Так, как так получилось? Мы в эфире, да? Да, мы в эфире. Всем привет. Вот так вот. Все. Всем привет, Джон Коннор. Здесь. Йоу. Что, это кепка влияет. Кепка, да, это кепка управляет тобой. Кепка управляет мной. Да. Ну что, начнем с важного. Давай, что у нас важное сегодня? Ну, я считаю, что важное у нас это пролет украинского самолета Су-25 вблизи линии соприкосновения. Угу. Об этом уже говорил Басурин, об этом, ну, в принципе, уже говорят и говорят довольно много. Сам по себе факт пролета уже достаточно болезненный, потому что, ну, авиация здесь уже длительное время не применялась и не летала, во-первых. Во-вторых, в принципе, да, то есть украинская авиация численность нарастила свою достаточно, ну, относительно, там все равно речь идет о единицах самолетов, поставленных в строй, там их было не так много. И сколько из них там, ну, попиленные, да, по деньгам, а сколько все-таки действительно восстановленные, ну, тоже вопрос. Опять же, не все из них же способны эффективно носить удары по наземным целям. Ну и плюс ПВО ДНР, как мы видели на параде, существует и не дремлет. Достаточно вообще ПВО типа стрелы? Понимаешь, с учетом того, что украинская авиация по большому счету не способна на, ну, на, да, даже при полной своей численности, да, номинальной, она не способна на полноценную, ну, войну, да, на полноценную поддержку, то она будет все равно наносить единичные удары, там, да, скажем так, партизанские действия. То есть, ну, если у них всего, скажем, летающих, то есть если количество их летающих самолетов меряется десятками, да, и количество подготовленных пилотов тоже меряется десятками, то о скольких самолетах вылетах в день может идти речь, ну, даже на пике, да? То есть, если сейчас, ну, опять же, проводить параллели, как я это люблю делать, то в Ираке в активной фазе речь шла о тысячах самолетов-вылетов, не считая беспилотников. Если говорить об Афганистане, тоже там речь идет о, ну, даже там, ну, там же партизаны, да, там же нет общевойсковой войны в Афганистане. И все равно речь шла о сотнях самолетов-вылетов. Сколько, ну, то есть Косово точно так же, да, речь идет о количестве самолетов-вылетов в день, ну, которое меряется сотнями и тысячами, да, ну, то есть так, чтобы это действительно были, я сейчас молчу о качестве самой авиации, да, чтобы это были удары, которые действительно парализуют, действительно решают. В этом смысле украинская авиация сколько она способна сделать? 10, 15, ну, в лучшем, ну, это в лучшем случае, потому что даже в начале войны, как бы, да, вообще пролеты были единичные, ну, в целом. Да, болезненные удары, как бы, вопросов нет, артиллерия же тогда не так массово применялась. То есть это, естественно, все равно мощное средство, но речь идет о единицах вылетов, причем только в дневное время. Понял. Так про стрелу-то что? Поэтому... Стрелы эффективны против? Да, конечно. Против тех самолетов, которые в Украине есть, против, ну, при отсутствии у них, скажем, да, серьезного оружия, то есть те же там свободно падающие бомбы, стрелы либо загонят их на те высоты, с которых прицельно они уже не отстреливаются, да, либо же будут такие, ну, не слабо их бить на низких высотах. Поэтому, ну и плюс, кроме стрел, тут же иглы есть. В принципе, то есть мы видели 2014 год, мы помним, что даже партизанское ПВО, ну, тогда вот скажем, партизанское ПВО показало себя эффективным против партизанской авиации. Mm-hmm. Вот. Ну, в итоге, да, заставив в конечном счете просто прекратить использование авиации. Поэтому, ну, а сейчас, ну, сейчас и ПВО уже не партизанское, люди более тренированные. Но здесь, вот по моим сведениям, немного не в этом проблема, немного, ну, не только в этом проблема, да, и не только в этом задумка. По свидетельству некоторых местных жителей, самолет этот имел опознавательные знаки российской авиации. Но он точно как бы не российский, потому что он пришел с той стороны, из глубины, да, из Украины, и он ушел туда же, поэтому речь о...
речь о том, что это, естественно, был российский самолет, не идет на самом деле. Но зачем-то, то есть, да... Украина что-нибудь говорила про это? Нет, Украина про это ничего пока не говорила, но это, скажем, ну, в целом, да, то есть в совокупности с остальными событиями, да, в совокупности с заездом на линию соприкосновения, в частности, в Авдеевку, журналистов BBC, да, в совокупности с другими известными сведениями, я сейчас к ним перейду, да, то есть я думаю, что речь может идти о так или иначе о подготовке серьезных провокаций, потом, ну, причем уровня Боинга, да, то есть уровня втягивания России в конфликт и обвинения России в серьезном вмешательстве, потому что, ну, мы же понимаем, как это происходит. Кадров с какого-нибудь телефона, да, на которых можно будет различить красные звезды на крыльях. Ну, с телефона, наверное, вряд ли. Ну, я условно говорю, да. У низколетящего самолета, ну, можно различить на крыльях символику. Особенно, если ты заранее знаешь, где его поджидать, ну, с включенной камерой. И заранее фокусированные. Ну, у нас нет, на самом деле, даже с телефона, то есть парад же, вот когда в Москве снимают, но из телефонов тоже там все-таки же видно, как бы, что это за самолеты, да, и о чем идет речь. Да, так вот, ну, то есть речь идет о подготовке, как минимум, рассматриваемой возможности очень серьезных, да, очень масштабной провокации, которая будет полноценно, да, подставлять Россию. Пролет самолета – это раз, да, и вот теперь... Следующее, скажем, сведение, да, это то, что, ну, опять же, об этом частично говорил и Басурин, частично есть и в других источниках, да, о том, что постепенно, ну, не постепенно, да, уже глобально начинается, скажем так, обмен опытом, да, между наемниками и там, бывшими нынешними радикалами, да, террористами в Украине и приезжающими сюда в лагеря или же поинструкторствовать из-за рубежа, в частности, из той же Сирии. Вот. А есть такая уже отработанная, ну, видимо, и натовскими инструкторами, ну, и в первую очередь, конечно, маджахедами, назовем это так, да, система – это, собственно, запуски НУРСов с легких направляющих. То есть не с тех вот переделанных стрел, которые показывали украинские десантники, потому что, ну, их видно, это большая махина, да, а с легкой направляющей, ну, по сути, как переносные грады, да. Это, естественно, неэффективно как оружие, но о чем, то есть к чему я веду, да, у них куча инструкций есть в интернете в открытую, это можно ознакомиться, посмотреть, тут ну, вообще нет проблем, это никакой не секрет. И есть сведения о том, что они начинают, что в Украине начинают, скажем, постепенно осваивать данную технику, да, ну тут тоже ничего волшебного в этом нету, вот, и вот совпадение журналистов, да, ну, мы понимаем, там, скажем, запятнавших себя определенными вещами, совпадение неожиданного, да, начала пролетов авиации со свидетельствами о том, что она при этом еще и имеет российские опознавательные знаки, и совпадение того, что авиационное оружие с легких... Да, с легких пусковых можно запускать и при этом, ну, не палиться, потому что, ну что, кинул ее в бусик и выкинул из бусика, по большому счету, да, это там, ну, две реки и труба. Вот это уже может быть очень серьезная провокация. Более... Там же угол другой будет, нет? Нет, в смысле, она же все равно падает. Ну, угол у нее восходящий, она же падает-то на нисходящем углу, она, ну, так летит с нисходящего угла, и так она же все равно летит по нисходящему углу. Я понял. Установить по разрыву, не по видео, а по разрыву, ну, это крайне тяжело. Крайне тяжело. Ну, там будет настильная траектория или нет, там более настильная, менее. Ну, после взрыва это уже очень тяжело установить объективно. Я всегда говорил о том, что, ну, за редкими исключениями, да, за редкими исключениями все вот эти вот рассказы про то, что куда, под каким углом вошло, определить можно будет что? Сторону света, с которой стреляли, ну там, грубо, с севера на юг. Ну, с севера... Дистанцию нельзя. Ну, да. И поскольку мы же понимаем, что самолет тем и хорош, да, что он стреляет с любой стороны в любую сторону, ну, тут как бы все понятно. Привязаться в этом смысле даже к позициям будет нельзя, потому что это же самолет.
он мог, ну, понятно, то есть даже если, ну, предположительно, да, какой-то российский самолет пересекает, он же пересечь может с любой стороны границу, да, и, соответственно, ну, по сути, с любого азимута нанести удар. Тут дальше есть... Это очень... Я вообще не представляю, то есть такая глупость. Вот просто представляешь, глупость. Не, ну почему глупость? Если они одну Нурсину запустят и заснимут самолет, это так идиотски будет. Они могут запустить не одну Нурсину. Ну, не одну. Они могут продемонстрировать одну. Они могут, например, катапультироваться из самолета, ну, достаточно бесшабашный, скажем, ну, пилот, да, может катапультироваться из самолета, а потом они могут долго изображать вот сербское видео, да, где на крыле только там будет, соответственно, красная звезда, да, а не серая, американская, танцевать и рассказывать, как их ПВО сбило русский самолет. Здесь, ну, вариантов очень много. То есть вот тебе, ну, то есть Нурсина позволит им, ну, я сейчас теоретизирую, да, что можно сделать, да, имея все это в одном месте, а они имеют все это в одном месте. То есть с помощью даже одной Нурсины можно продемонстрировать там, чудовищные разрушения и плачущих там, мирных жителей, убитых чудовищными российскими войсками. Вопрос: в смысле для Российской Федерации лететь сюда самолетом, чтобы выпустить одну Нурсину? Смысл? Нет, смысл. Причем будет... именно по гражданским. Ну это же смысл аналогично. Будет... Нет. Смысл они представят, да, как это было и с Боингом. Смысл они представят. Например, они скажут, что это был первый самолет. Ну, я сейчас, опять же, я продолжаю теоретизировать, да, как это может выглядеть и, ну, не дай бог, будет выглядеть, да. Они скажут, что это был первый самолет вторжения, который был сбит доблестным украинским ПВО. Вот и все. Они скажут, что это был не один самолет, но его сбили, а второй ушел. Они скажут, что это, ну, что там доблестное ПВО вместе там, с какими-нибудь доблестными Промбергами сорвали там, чудовищное наступление в момент артиллерийской и авиаподготовки. Ну, это будет как? Для укров это будет реалистично. Ну, то есть, у нас перед глазами и Боинг, у нас перед глазами самообстрелы, да. В этом смысле, если они продемонстрируют видео с самолетом, детали упавшего самолета, да, или же, скажем, видео и Нурсину, или все три эти вещи вместе взятые, ну, почему бы? Ну, мы понимаем прекрасно, что от этого будет достаточно тяжело отмыться, то есть только, скажем так, превентивная огласка, да, может это как-то более-менее сгладить, вот, поэтому я тоже, ну, поэтому вот сейчас пытаюсь, да, об этом сказать. Ведь, ну, многие вещи в данном контексте смущают. Вот на днях было опубликовано очередное видео перевозки буков, и, ну, якобы наших буков, да, в этот раз по Макеевке. И уже даже какое-то агентство коммерческое представило спутниковые фотографии после этого видео. Очень удачно получилось, спутники снимали прямо там в это время. Значит, и совпадает полностью с видео, естественно. Значит, как это можно прокомментировать? Ну вот я хочу сказать, что, конечно, видео, поскольку оно залито на YouTube, а соответственно подогнано уже, ну, под ютубовский стандарт, ну то есть исходник же видео у нас не находится в руках, логично, то многие технические, скажем, детали, которые, ну, предположим, могла бы установить экспертиза, мы установить не можем, да, сейчас просто навскидку сказать. Ну, я рассуждаю следующим образом. Прошло 2 года. 2 года с момента, когда это все происходило. Что могло... То есть при наличии четкого видео, где видна перевозка буков по территории ДНР, что сдерживало 2 года при всех разборках, трибуналах, малазийских, там, ООНовских сессиях, да, что 2 года сдерживало кого-то от публикации этого видео? Что вообще могло сдерживать 2 года? Отсутствие. То есть, да, отсутствие. А почему, ну, если оно отсутствовало, то где оно 2 года было и почему оно сейчас появилось? Там есть и другие подробности. Там явно обрезанная картинка с очень странным качеством. То есть, ну, видеорегистраторы, там речь идет якобы о видеорегистраторе, ну, скажем, так погано не снимают. Вот. И там же должна оставаться дата и время, а они-то как раз и обрезаны с кадра. Ну, то есть мы по Ютубу не можем заранее сказать, грубо говоря, ну, то есть все равно, что там достраивается изображение, но мы же видим, что вот этого куска изображения нет, и план странный для регистратора.
что, то есть, имея, ну, грубо говоря, да, предположим, у тебя было бы видео с видеорегистратора, на котором ты снимаешь бук, да? В качестве доказательства, такого убедительного, реального доказательства, да, ты заинтересован в том, чтобы залить его, ну, чтобы ничего не резать, потому что там дата, время, все там, ну, все проверяемые вещи, да, уже есть сразу. Соответственно, в качестве доказательства ты заинтересован в том, чтобы максимально качественно залить максимально полную картинку, на которой, кроме твоего голоса и странной, ну, расплывчатой мути, да, еще будет абсолютно четкая, да, понятная привязка по времени, по данным регистратора, которые используются при анализе ДТП. Но они почему-то срезаются. Но это они срезались или их там не было? Ну, я думаю, срезали. Ну, вот, судя по всему, то есть, конечно, там какие-то модели, там всего, это ж, понимаешь, как, это все, аналитические, да, умопостроения. Конечно, за руку, ну, невозможно за руку поймать людей на YouTube-канале, не видя оригинала, да? Но согласись, вот я сейчас перечисляю, скажем так, да, вопросы. Да, это, ну, это не прямые улики, да, но давай вот, давай рассудим. 2 года где-то лежит это видео. Оно либо снято очень плохим регистратором, причем каким-то таким странным плохим регистратором, да, не просто плохим, а странным плохим регистратором. Хотя все равно, ведь, еще раз повторюсь, то есть поскольку регистратор используется для анализа ДТП, то даже на плохих регистраторах дата, время и все остальное же сразу стоит, потому что, ну, ты же будешь потом предъявлять это в качестве доказательства на экспертизе. Ну, понятно. То есть регистратор, он именно для этого и нужен? Ну, чтобы... понятно. То есть, может быть, там был, ну, то есть сейчас, да, ну, можно представить себе, да, может быть, это был не регистратор, а какой-нибудь там GPS с дополнительной камерой, которую включили, там, ну, какой-нибудь планшет, там, да, закрепленный. А может, это было еще что-то, ну, как бы, то есть, это не абсолютные, конечно, доказательства, но не многовато ли странностей, да, не многовато ли странностей для одного видео, которое могло бы, ну, грубо, да, которое, ну, то есть, которое касается идейно и системообразующего события. Идейно и системообразующего события. То есть битие Боинга, если у них в течение 2 лет есть неоспоримое доказательство, где везут бук по территории ДНР, то что 2 года могло вообще сдерживать их от публикации? Тем более, еще раз повторяю, если у них реально такое доказательство, то зачем его резать? Ну, потому что в том виде, в котором оно опубликовано, да, это... Ну, правильно, потому что если не обрезать, скорее всего, просто будет ясно, что не имеет к делу отношения. Опять же, даже на этом видео, бук не боеготовый. Там нет ракет. Там вообще не факт, что рабочая машина, да? Ну, кстати говоря, о том, что есть нерабочий бук, об этом сообщали. Об этом, да, я как раз хотел сказать, об этом не просто сообщали, об этом много раз сообщали. Да, что есть, но он нерабочий, да. Мы его никак не можем использовать. Да, мы его никак не можем использовать. Об этом речь шла и шла многократно. Да. Но и опять же, то есть, где дата? Ну, главный вопрос, да, где дата на видео? Я молчу о том, что в то время уже запретили вообще использовать видеорегистраторы. На блокпостах видеорегистраторы проверяли. И я вообще с трудом себе представляю. Нет, ну представляю, конечно, всякие люди бывают, да, но я, например, с видеорегистратором, ну, в те в описываемые времена ездить не рисковал в принципе, например. Потому что, ну, не, ну, я помню, да, мы приезжали, и нас просили вежливо... Ну, потому что ты проезжаешь кучу блокпостов, и на каждом из них нельзя снимать. И, давай честно, да, раздражать людей видеорегистратором на блокпостах просто глупо. Это вопрос безопасности этих людей. Это вопрос безопасности этих людей, но, предположим, кого-то не волнует безопасность этих людей. Это же нас с тобой волнует, а, ну, кого-то другого не волнует. Но это же вопрос безопасности едущего, потому что, ну, когда есть... недвусмысленное распоряжение не ездить с видеорегистраторами и не снимать блокпосты, да, проезжать видео, ну, с видео, а там место съемки, оно там в 300 или 400 метрах от блокпоста, да, ну, может, в километре, там, ну, там надо вспоминать, где тогда стояли, я имею в виду, да, ну, что, человек, что он, камикадзе, да, то есть, кроме всего прочего, что он со странным регистратором, он что, еще и камикадзе? Тоже согласись, это вопрос. Ладно, с этим понятно. Ждем провокации.
Так, что тут говорят? Если везли по территории ДНР БУК, то он и был поломанный, потому как на... было видео одной пусковой установки сама по себе, куча металлолома. Конечно. Не вспомогательная машина. Ну, это смотри, ну, это... тут тоже, это тоже. Вообще отдельный вопрос. Это реально, ну, это вообще отдельный вопрос, потому что в конце концов мог вестись трофейный, захваченный под Авдеевкой, там на аэропорту был, трофейные нерабочие БУКи, да? Это во-первых. Во-вторых, еще раз, то есть... Везлись они, скорее всего, не в ту дату, потому что, ну, иначе почему бы эта дата не была бы указана? Почему эта дата неожиданно, то есть человек, который тогда его снимал, да, не мог знать, что важно, ну, что дата важна. Почему там, где дата должна отображаться, она не отображается, да, а человек голосом проговаривает дату, хотя... Зачем бы это ему надо? Зачем бы это ему надо, да? То есть интереснее было бы только, если бы он сразу же маркером бы ее написал на бумаге, развернул на себя и на всякий случай вот так вот показал бы. Mm-hmm. Если видео, ну, то есть тут очень много вопросов, еще раз, то есть там срезанная картинка, там акцент, ну... Ну, я понял. Да. То есть больше вопросов к видео, чем ответов. Ну, дело даже не в том, что к нему больше вопросов. Нет никакой логической связи между этим буком и... Никакой логической связи между этим буком. Никто не может все равно доказать, ну, все равно из этого не следует, что этот бук — это тот бук, с которого сбивали Боинг. Ну, я сейчас гипотетически продолжаю рассуждать, да? Но почему оно появляется сейчас? Почему вот эта тема, да, то есть жертвы, теракты, российское вмешательство, 100% российское вмешательство там и так далее, да, почему этот вопрос поднялся сейчас, да, это настораживает на фоне остальных перечисленных факторов. Вот смотри, ставят правильный вопрос. Какая проблема в любом видеоредакторе добавить время и дату регистратора? Более того, если добавлять, собственно, ее этим слоем, да, то потом, ну, отличить ее от оригинальной практически, ну, невозможно, ну, потому что... там та же технология. Ну, здесь ровно та же технология, ровно тот же слой, да, и он точно так же накладывается, тем более на Ютубе, то есть, ну, это никак не отличишь. Угу. Отличить можно только зная конкретные модели и какие-то там, ну, особенности шрифтов, предположим, да? Ну, например, так. Да, ну, опять же, что мешает их скопировать в случае чего. Вот, а я отвечу, какая проблема, да, проблема в том, что на оригинальной, ну, я так думаю, да, что на оригинальной записи видеорегистратора, что бы там им ни снималось, дата и время уже были, именно поэтому файл обрезанный, а поскольку он уже обрезанный, там, ну, ни черта не попадает ни в форматы никуда, да, заново они не наложены, потому что иначе будет видна несоразмерность картинки с охватом камеры. Вот это вот, это вопрос в точку, и, ну, я просто так, знаешь, как раз хотел сказать, типа, вот если бы делали бы по уму, да, могли бы наложить, но, ну, то есть, да, если бы у них было пустое видео с телефона, например, но оно было не пустое. Но оно было не пустое, потому что, предположим, действительно регистратор. Оно сильно порезанное в этом смысле, потому что сняты все маркировки, да. А дальше, кстати, логично, то есть, ну, поскольку оно резалось вот так, да, по картинке резалось, да, то дальше там все объяснимо. Низкое качество, размер. Ну, растянули, да, потом. Ну, нет, оно же на Ютубе, да, обратно, то есть, ну, пропорция же сохраняется, но оно обратно растянуто до ютубовской картинки. Mm-hmm. Вот, то есть, все остальное уже дальше объяснимо. Вот. Понял. Почему не видна, вот как, ну, почему не виден капот машины, ну, то есть... Все остальные вещи там объяснимы дальше, исходя из этого. Хорошо. Так, с этим вопросом мы разобрались. Еще важное. Сейчас, будь здоров. Да. Значит, можно ссылку на видео? У меня нету. Если кто-то найдет, закидывайте, даже можем посмотреть. Ну, их много, да, их много там гоняют сейчас по украинским ресурсам. Практически везде они были. Mm. Вот, значит... Меня печалит, на самом деле, я тоже свой коммент еще тут вставлю, что людям отключают как-то критическое мышление тем самым. Они вот дали бук, да? Нет логической связи никакой со сбитым Боингом абсолютно. Кроме той, что автор указывает, что именно... Не, ну если бы... Ну, я готов согласиться, что если бы там ехал снаряженный рабочий 100% бук, да... Это, конечно, наводило бы на определенные подозрения. Есть вероятность. Ну, нет, да. Есть, это все равно, то есть, да. Это все равно вероятность. Но это так же, как и с самолетом, да, мы говорим. Да. То есть, самолет летает, это серьезно наводит на подозрения. Ну, конечно, мы пока за руку никого... Ну, я надеюсь, ну, да, просто, что мы предотвратим это преступление, да, и за руку не надо будет никого ловить. Вот.
Но мы же об этом говорим заранее, понимаешь? Mm-hmm. Я просто напомню, что в трагедии с Боингом, да, был же очень интересный момент. Вот мы сейчас заранее говорим о том, что, ну, например, да, о том, что самолет, значит, с русской символикой летает, там-то, там-то, журналисты зашли, самолет есть. Когда... Видео где-то есть? А? Видео есть его? Нет, нет, видео нет. Нету еще? Нет. Ну, о чем речь идет, да? Речь идет о том, что я напоминаю, что даже в день катастрофы Боинга украинские власти отрицали наличие работоспособных буков в ополчении, доказывая, что все захваченные, сами доказывая, да, что все захваченные буки абсолютно нерабочие, и что, естественно, сбивать самолеты на этом эшелоне нечем. Ну, для этого им и пришлось сюда приписывать российскую армию. Да, но тут уже момент еще другой. Да? Если они, тем более, если у них было видео транспортируемого бука, да, они знали о буках, я сейчас гипотетически опять же рассуждаю, то есть, ну вот мы, то есть мы сейчас вот знаем о самолете, мы говорим о самолете, мы пытаемся, ну, раскрыть будущую провокацию. Если они о ней знали и специально рассказывали, что нет буков, и вели самолет на гипотетические буки, пусть эти буки будут там, я не знаю, русскими, ополченческими, любыми, да, то в конечном счете кто преступник, то есть даже в таком раскладе, да, кто преступник, тот, кто подставил самолет по коридору на выстрел, прикрыв свой военный борт, то есть просто что меня вот в этом всем деле веселит, даже все вот полностью изложенные украинские версии событий, они же все равно не снимают с них вины, даже если все было так, как они говорят, а мы еще и знаем, что было-то не так. Но даже в этом случае, да, все равно вину, ну, как минимум разделяют вину они. Потому что они знают. Зная это, подставили. Подставили, да, они должны были закрывать воздушное пространство, они, ну, где идут бои, используются ПВО соответствующей высотности, да. И они этого не делали. И более того, они ведь распространяли, я просто еще раз хочу подчеркнуть, они распространяли и до конца распространяли, да, до самого сбития Боинга, распространяли информацию об отсутствии работающих буков здесь. Mm-hmm. И они за нее цеплялись. Так что, ну... А что у нас в инфополе вообще, кроме этого всего? Вообще, ну, то есть кроме вот этого всего, да, у нас очередные опусы, да, там, волны по поводу, ну, такой совершенно капитальной, там, снова проснулись все элитные и не очень авторы, да, снова рассказывают про генетическую неполноценность донбассовца или русского, да, в Украине, то есть продолжая вот тематику, да, продолжая тематику, скажем, провокаций и всего остального, да, и вообще подготовки странных событий. То есть, опять же, мне, ну, инфополе мне тоже не нравится, давай так скажем. Мне очень не нравится, потому что, ну... Короче, могут люди, ничего не понимающие в генетике, обсуждать о полноценности и неполноценности. Да, но на самом деле, вот я там ознакомился со статьями, включая известных украинских ученых донбасского происхождения, да, которые на днях снова рассказали о том, как промышленное производство там за сколько-то поколений превращает людей в генетических рабов, и очередные там рассказы про Homo Donbassus и про все остальное, да, тут же сразу примешиваются набеги с рассказами о неполноценности ваты в целом, да, тут же сразу у нас Джамала, да, чудовищные преступления сталинского режима, там против крымских татар, чудовищные преступления сталинского режима против немцев в Берлине в 45-м году. Мы же раскрыли секрет популярности Джамалы. Вован и Лексус. Фактически они подговорили все сообщество, значит, поставить ей нормальные высокие оценки. И теперь мы же сами, видишь ли, ругаем их за то, что они это сделали. Но это неправильно. Я, ну, если серьезно, я вот, ну, по этому поводу публиковал, да, я вот считаю, что, в принципе, песня хорошая. Хорошая песня, просто... Нормальная. Да, ее надо было просто назвать 2014, а не 44, ну, а не 944, да, надо было назвать 2014 и снабдить правильными фотографиями. Mm-hmm. А текст там принципиально вполне подходящий, то есть там про незнакомцев, которые, про безумных незнакомцев, которые приходят в...
твой дом, вот практически, я вообще не знаю этих людей, вот в вышиванках каких-то с украинскими флагами, этих с фаерами, вот тут ходили в 2014 году, вообще не знаю, кто это и что они делают у меня дома, да? Понаехали. Да, точно понаехали, причем незнакомцы совсем, да, что вообще случилось, да? По поводу убивают всех, ну, тут фотографии, к сожалению, выше крыши и... Тоже, причем не в фигуральном смысле, да, в прямом. Поэтому, двойной агент же мало. Ну, я не знаю. Я просто думаю, что надо было сделать хороший клип. Она бы и выиграла гораздо увереннее, потому что ее бы больше поддержали, там был клип был красивый, да. Она же хотела раскрыть Европе правду о своим творчеством, своей музыкой, правду о важных исторических событиях. Вот раскрыла бы. Причем гораздо более новых. Угу. Вот. Так что, ну, если. Не, ну, то есть, если серьезно, это, конечно, цирк. Вот. Это конечно, цирк, и это уже за гранью разумного, в принципе. То, что происходит. Потому что, ну. Ну, потому что это не политический песенный корпус, да, конкурс, на нем запрещена политика. Это идиотская страна, да, послала туда в 2005 году группу Green Jolly с песней о Майдане. С неполитической песней о Майдане, да, и послала сейчас Джамалу с песней об истории, то есть, ну, там, в принципе, уже тролли и юмористы оттоптались по данному вопросу, и я, в общем, присоединяюсь к ним, ну, потому что так и есть, вот. Другое дело, что я нахожу, скажем, странным, что в России ей там дали кое второе место, там, да, по-моему. Третье. Нет, я имею в виду по российскому голосованию, ей там много баллов дали. Ну, ей да, ей да. Дали много баллов. То есть, в... Ну, мы как раз, вот нас надо понимать, мы не воюем с ними. Вот мы не воюем с Украиной. Нет, так мы не воюем с Украиной, но надо понимать также, что я как бы рад, что российское общество такое вот оно, ну, не политизированное, да, и достаточно свободное, но надо понимать, что там значительное количество людей, да, огромное количество людей по сознательному или по незнанию, да, там проголосовало за человека, поддерживающего карательную операцию, за человека, который поддерживает всю русофобию возможную, да, который поддерживает превращение Крыма в татарскую республику, за человека, который, собственно говоря, выступает с песней о преступлении русских, советских, да, ну, неправильно говорить, русских, советских воинов против татарского народа, да, там straight flash, да, там все, да, то есть, и огромное количество людей за это проголосовало, либо, и тут у меня, знаешь, как, у меня возникают даже тоже вопросы, потому что проголосовала, что по незнанию английского языка, по неумению почитать в интернете, просто потому что неинтересно, там флажок посмотрели, решили на всякий случай проголосовать за соседей. Ну, в любом случае, это тоже на самом деле как-то, ну, интересно, да? Знаешь, как вот кто-то из украинских лидеров мнений хорошо отметил, да, говорит, как это, когда, типа, там, украинцы проголосовали за российского певца, да, это потому, что мы не злопамятные, а когда, ну, не злопамятные, там, типа, отделяем творчество от политики, да? А когда русские проголосовали за Джамалу, это потому, что они нас поддерживают, наши сторонники, пятая колонна в России, или идиоты. Каждый, кто думал, что украинцы оценят этот, в случае чего, если вдруг кто-то думал, да, что в Украине оценят этот дружественный жест, я вас разочарую. Вы как были ватой, так и есть вата. Те, кто оценили это именно так, для кого это был некий сигнал, они не постят комментики в интернетах. Поэтому у нас тут ошибка выжившего. Мы не знаем, что думают эти люди. Они не являются инфополем. Но мы видим инфополе. Инфополе и мы не видим, не ими генерируется. Ну, и мы не видим этих людей в комментах, которые пишут да, пошел ты, я отписываюсь, да, после таких слов. Мы их не видим. Они не. Правильно, потому что. Хорошо, мы не видим падения. Ну, то есть, пойми, ну, как,
Давай смотреть на вещи трезво, да? Любое, ну, то есть, вот помнишь это замечательное высказывание все время? Ты их раньше видел где-то, этих людей в комментах? Слушай, ну я... То есть вот тех людей, которых мы поддерживаем, вот мы в Украине поддерживаем определенное количество людей, ну, там, на территории Украины. Ну, ты их где сейчас видишь? В чем заключается поддержка при голосовании России за русофобского персонажа? Ну, суть в том, что... Тогда мы поддерживаем, мы тогда поддерживаем не Украину, мы тогда поддерживаем борьбу крымско-татарского народа против угнетения российского. Не за текст. Там же все-таки суммарно текст и... И что? И стойка ее, например. Вот. И все, что вокруг происходило. Не в тексте дело. То есть как бы ты... Ну, там, в смысле, не в тексте дело. Вот знаешь, как вот... Ну, давай вот поедем на следующий... Подожди, давай на следующее Евровидение с тобой поедем с традиционной немецкой песней «Что же мы будем пить на выходных», которая была вплоть до официального гимна Люфтваффе, да, во время войны. Расскажем, что в ней нет политики, оденемся в немецкую форму, сделаем красивый номер про пилотов Люфтваффе с пивными кружками. Сила, да? В том, вот, наверное, ты еще тоже не до конца понял, сила в том, что мы... А как бы месседж главный в том, что мы все равно вас любим. Даже вот такими дураками мы вас все равно любим. И никуда мы вас не отдадим. Ну, я хочу знать просто, где, да, где граница этого месседжа. То есть, вот я тебе привожу пример. Вот, давай споем Хорст Вессель, да, или там вот какую-нибудь другую интересную песенку, расскажем, что это, ну, красивая песня без политики, да. То есть в чем тогда проблема, да? Почему я может не понимаю людей, как бы, да, хотя мне по профессии положено. В чем проблема? Почему все носятся, например, с вот этим вот танцем на канале «Россия-1», с, ну, таким двусмысленным танцем? Я напомню, да, про этого гитлер-югендовца и девочку, там, которая прячется за роялем. Mm-hmm. Да? И при этом, ну, то есть это нормально, то есть это ненормально, против этого мы будем бороться, да? А ну, голосовать за Джамалу — это нормально. В чем грань тогда, да? Я понимаю, что ненормально то и ненормально другое. Тут главное не зайти в тупик с такой логикой. Тупик будет заключаться в следующем, просто А меньше. Вот, к примеру, есть девочка, которая там поет, ну, «Мама, я не зигую», например. Вот с ней что делать? То есть бороться можно разными путями. Можно запрещать что-то, а можно вот как раз таким отношением, что мы знаем, что это плохо, но мы все равно любим человека, несмотря на то, что он сейчас плохо себя ведет. Это все равно наш человек, мы будем бороться за его душу. Давай проиграем на пару шагов вперед, да? Она победила на Евровидении. Плюс она собрала серьезную аудиторию в России, да? Ну, как бы, по результату голосования, да? Ее будут ротировать на радиостанциях и будут показывать по телевизору. В том числе и эту песню, потому что это и есть самая ее, да, популярная песня. А она будет продолжать так же, как это было с Русланой, да? Так же, как это было с Вакарчуком. Так же, как это было с Олегом Скрипкой, да? А она будет продолжать свою политическую деятельность, да? Политическую, там, как это, народно-освободительную и так далее деятельность. Ну, и разве тех примеров, которые вот я перечислил, и это не, да, будет разве работать тех примеров, которые я перечислил, и это не будет работать, банально. Да как мы, если общество это работало и это будет работать, толпа малолетних любителей музыки, которые просто не читают, давай смотреть на читателя, они просто не читают, но они любят, как это, любят там красивого Вакарчука с его тряпочкой на микрофоне там и странным акцентом, да. Потом будут смотреть, когда Вакарчук будет выходить к ним. Я просто напоминаю, я вот очень люблю всю эту ситуацию. Ну, отойдем немножко от Евровидения. Я обожаю вообще эту ситуацию с украинскими деятелями искусства и украинскими рассказами, потому что вот конкретно нацики, да, вот конкретно война. Бригада МВД Азов, ну, мы 100 раз перечисляли, мы как бы все понимаем. И вот конкретно Вакарчук, который высовывается, ну, например, да, высовывается из своего выдуманного мира.
чуть-чуть тогда высовывается из своего выдуманного мира и рассказывает о том, что он там никогда не допустит, чтобы хотя бы один человек погиб, что там никто больше никогда не пострадает за свои взгляды. Украина супердемократическая страна. Он лично станет грудью на защиту каждого ребенка Донбасса. Это 14-й год, я просто напоминаю, да? И помнишь, там снимает видео про то, что его любимый писатель Достоевский, а его любимый город Петербург, и он брат, он сегодня обратится к русским на русском, и не надо, там, ну, кровь, агрессия, это все не наше, я музыкант, там, ну и так, все остальное. А потом он будет исполнять гимн Ультрас Динамо на своем концерте, да, перед 60 тысяч ультрапатриотов, там, назначаться советником президента, ездить в Европу как посол там, доброй воли и всего остального, и легитимизировать и эту войну, и эту власть, и в конце концов просто банально отдавать эти деньги в АТО. И отдельно рассказывать о том, что то есть тот же человек, который рассказывал про то, что он не допустит, чтобы кто-либо пострадал за там, свое мнение, да, или чтобы кто-либо погиб, будет рассказывать о том, что киборги своей стойкостью символизировали там железное что-то украинского народа, и вот вся эта фигня про киборги люди выдержали, не выдержал бетон, да. И мы плодим этих героев. То есть на самом деле украинский рынок, да, он как бы большой, но он не беспредельный. Мы же видим, что все эти люди все равно ошиваются в России, зарабатывают деньги в России. Ну, потому что Россия это 100 с чем-то миллионная страна, причем богатая, на фоне Украины, да? А Украина там в 3 раза меньше и в 10 раз беднее. И мы этих людей плодим. Мы их снабжаем, мы их одеваем, обуваем и даем им тот излишек денег, который пойдет на АТО, да, и даем им тот самый авторитет, рейтинговость, там, ротируемость, то есть бизнес, да, то есть дальше все закрутилось, да, бизнес пошел. И это мы делаем, ну, в широком смысле. Это одна точка зрения. Я свою точку зрения неоднократно уже проговаривал здесь на самом деле. Ну, несколько сложнее, дистанция намного длиннее, и цели и задачи, собственно, они, в общем, нельзя. То есть агрессия порождает агрессию. Да. Именно поэтому я считаю, что вот именно поэтому добро я говорю о том, что добро. Ну, именно поэтому Рифеншталь великая, ну там, да, великая режиссер, великий режиссер, да, Рифеншталь. Но с 41 по 45 годы в Советском Союзе ее творчество не котировалось. А после войны, да, все признали, что Рифеншталь великий режиссер, она сняла там монументальные вещи. Но с 41 по 45-й и в Англии тоже, я напоминаю, да, ну, в свободной там Англии, и в Америке тоже, почему-то не рассказывали, что нужно разделять творчество там Рифеншталь и политику Гитлера. Ну, это рассказывать стали потом, с 45-го. Ладно, причем после ее конкретных слов о том, что она... что она осуждает все то, что было. Влияние на победу мы оценить не можем. У нас есть только одна ветка истории, которая уже была. Ну, в данный момент, особенно на опыте, вот если немножко вспомнить, да, можно вспомнить и первый Майдан, и второй, да, можно вспомнить и Болотную площадь, и многие другие вещи. Влияние на неокрепшие умы привычного популярного телевизионного, тем более вот этого милого, доброго, да, как бы, лица от Вакарчука и до Макаревича. Ну, я сейчас условно, да, там список очень длинный, его можно очень долго перечислять. Это одна из там важных технологий, она бесспорно, обманчивая, потому что ни с чего не следует, что певец является в чем-то, большим государственным авторитетом, чем электрик, да? Это не следует, да? То есть, Смотри, если мы ставим оценку за политизированность песни, то мы должны признавать, что в таком случае, что конкурс Евровидения политизирован, и в том числе мы делаем его политизированным. Вопрос, ставим ли мы
эту оценку за исполнение, за... За те звуки, за набор звуков, если хочешь. Не, ну мы его ставим, мы эту оценку ставим за номер. В этом номере, в этом номере вышел человек и спел тот текст, который спел, с тем подтекстом, который 10 раз озвучил под... Пожалуйста, мы просто оценили это вне политики. Вот и все. Так как и надо было делать. И мы показываем пример. Это вот, ты ничего не очень прочувствовал, вот такую... Еще раз, вот, наверное, может, я непонятно говорю, да? Нет, есть, ты понятно есть, смотри, есть элементы гражданского общества, да, в том числе эти элементы, скажем, ну, и заключаются в том числе, да, и в виде голосования рублем, да, и в виде интернета, который дает всем невиданные возможности, да, скажем, гражданского общества, и в виде смс-голосования и всего остального. Формальных признаков, по которым, ну, там, я не знаю, там, нужно или можно, и там, ну, и так далее, да, там, ну, запретить Макаревича, да, ну, ну, например, или там Джамалу, или там, ну, что-то еще, там, 110 пунктов, да, ну, мы сейчас только что говорили, потому что список большой. Конечно, нет. И быть не должно, потому что, ну, я, например, против ограничения свободы слова, там, и свободы творчества. Но гражданское общество Российской Федерации этим голосованием высказало мысль, которая мне не ясна абсолютно. Может, я что-то не понимаю, да? Она высказала эту мысль, и мне эта мысль не ясна. Подожди, а сколько ей поставили-то? 10. 10. Не вижу никаких противоречий. Текст никто не знает. Более того, я тебе даже скажу, неизвестно, это люди ли поставили, кстати говоря. Вообще, мы тут, может быть, разговариваем о совершенно чем-то другом. Не, ну мы. Не, ну ты же понимаешь, как если. Где, как перепроверить-то, что это не заготовлены какие-то итоги голосования людей? Ну, система голосования разрекламирована, да, как защищенная от накрутки. Тем более она защищенная от накрутки в стране Россия, где карточки, я напоминаю, привязаны к паспортам. Она может быть не защищенная от накрутки, но она может быть не защищена от фальсификации внутри системы самой. Ну, то есть там что угодно может. Нет, если, ну, ты же пойми правильно, это... да, значит, в России сидит человек, который ее фальсифицирует и предоставляет в Центр управления полетами, потому что подсчет же российских голосов идет в России. Mm-hmm. И если так, то, ну, и российской части жюри, да, соответственно, да, надо тогда четко понимать, что, значит, агент сидит в России, занимает высокое положение в государственной телерадиокомпании. Понятно. И, все, да. я думал, там как-то... А в это я не хочу верить, я думаю, что он там не сидит, да? Я просто думал, там все-таки есть какой-то другой, ну, какой-то другой способ. То есть они контролируют. Ну ладно, хорошо, если они не контролируют этот процесс, то другое дело. Внизу перевод песни. Ну, опять же, ну, так как бы, какое количество... Ни для кого не секрет. Да. И где? Когда приходят незнакомцы, они приходят в твой дом, они убивают вас всех и говорят, мы невиновны, невиновны, где ваш разум? Да, кстати. Ну, четко 2014. Ну, я тоже. Где ваш разум? Человечество плачет. Причем, что характерно, на самом деле, под 44-й год, ну, вот если честно, да, под 44-й год она вообще не очень подходит, потому что советская армия выполнула, и советские солдаты, да, как бы вернувшиеся в Крым, вряд ли были там незнакомцами, и они вряд ли серьезно говорили про то, что они невиновны, потому что то есть, в чем они невиновны? Они выполняли приказ Верховного Главнокомандующего, который многие из них еще и считали справедливым, как известно. Я вообще напомню еще больше, да, многие крымские татары, которые воевали в советской армии, считали этот приказ справедливым и выступали за эту депортацию. Я вообще хочу напомнить, что на фоне вот этой депортации, на фоне вот этих вот рассказов о трагедии, великий человек, действительно великий человек, Аметхан, один из там, ну, величайших пилотов Советского Союза, да, он и ас во время войны, он и испытатель, летчик-испытатель после войны, он, по-моему, если я не ошибаюсь, трижды Герой Советского Союза. Да, трижды Герой, по-моему. Так вот, я напоминаю, что Аметхан вообще-то крымский татарин. И он вообще-то ни от кого не скрывал, что он крымский татарин. И он продолжал служить, летать, и воевал, и испытывал советские самолеты после этого.
Ну, в общем, текст песни, если тоже, вот если не политизировать, да, ну, так или иначе, текст нормальный, в общем-то, согласись. Ну, как? Вот если ты не знаешь, о чем этот текст. Ну, в смысле, как не знаешь? Ну, ты же его слышишь, видишь название. У тебя же должны возникать какие-то вопросы. Видишь номер с этими там оборванными деревьями и дрожащими руками там уже мало. Ну, ну ладно. Может, в общем, ладно. Я думаю, что те, кто голосует на Евровидение, им это ни о чем не говорит. Ну, это, ну, поэтому я говорю, то есть все варианты объяснения, да, это они на самом деле, да, плохие. То есть то ли уже пора наконец-то начать учиться в школе, да, ну, не прогуливать это английский, нет. то ли пора начать читать. Ну, это странно, да, ну, это действительно странно. Ну, и как бы я не представляю себе, чтобы там американцы, например, серьезно проголосовали бы за песню, в которой вот так, как какая-нибудь японская певица, да, вот так, как Джамала описывала бы интернирование японцев. Ну, серьезно. А интернирование японцев 42-го года. Представляешь себе там на американском... Это же, да, само собой, люди, которые смотрят, ну, реально смотрят Евровидение, но откуда им знать историю? Не, ну тоже, ну, само собой, может, и не само собой, но давай честно, ты представляешь себе, чтобы на каком-то песенном конкурсе американская аудитория реально проголосовала бы за какую-нибудь японку, поющую песню 1942, которая теми же словами описывает процесс интернирования японцев. Ты вот реально себе представляешь это? Я не представляю. Ну, там, на самом деле, да, даже там... Ну, там можно даже более интересные, да, можно более интересные аналогии привести, понимаешь? Так что... Ну, чтобы поржать в следующем году. Это вообще, то есть, это невозможно, ну, невозможно понять, как там что было. Не знаю, ну жюри, я... например, наше сколько поставило? А? Жюри наше сколько поставило? Про жюри не знаю, не смотрел. Меня же не интересует, что думает несколько гламурных персонажей. Я же стараюсь за людьми, как бы... смотреть. За общество. Ну-ка. Погуглю-ка. Ну-ка, погуглю-ка. Результаты финала. Видишь, тебе пишут, что ты представляешь людей полными дебилами. А я, видишь, представляю людей сознательными. Подожди. Это наоборот ты представляешь. Нет, я говорю о том, что, видишь, люди понимают, что они делают, просто они не понимают, ну, последствий и зачем. Ведут себя как хорошие люди на фоне... Да, на фоне того, что как это, ваша доброта также будет использоваться против вас. Вот, понимаешь? А... 10 жюри 0 наше, да? Ну да. Жюри ничего не поставил. Люди представляют, за что голосуют. Ну, просто тот тезис. Ну, как? Тезис о том, что люди из Евровидения, допустим, может, не очень хорошо знают историю. Не, ну, они должны знать ее хоть как-то, на уровне хоть какой-то. И английский язык тоже хоть как-то. Ну, все люди имеют аттестат о среднем образовании, да? Это подразумевает, что... Английский – это необязательный язык, во-первых. Во-вторых, далеко не все знают английский язык. Все... Не, может, на уровне вот этого текста? Ну, там This is the table и I'm on duty today, ну, по большому счету, это же не Шекспир. Там очень плохой у нее пронаунс. Вот. Я вот ничего не понял, если честно. Ну, хотя, близко знаю. Я вообще не хотел смотреть, я просто прочитал, да? Патриоты Евровидения не смотрят. Историки. Ну, на самом деле, просто, ну, это все странно, понимаешь? То есть украинцы, я хотел сказать другое слово, украинцы, которые несут вот эти вещи на Евровидение. То есть Израиль не выступает на Евровидении с песнями о Холокосте, да? И о еврейских погромах в Украине тоже не выступает, кстати, на Евровидении, да? И русские певцы никогда не ездили на Евровидение с песней 22 июня 41 года, там, да? И так далее. Никто, нормальные люди этого не делают. Люди ходят в цирк, да, и, ну, там показывают цирк, а... Ты никогда не понимаешь, когда в прямом эфире перевести хочешь. Ну, так и есть. Я вот не понял текст.
у большинства людей, что хоть как-то смотрят новости, первая мысль, когда уже стало ясно, что Украина, скорее всего, победит, где они возьмут на это деньги, ну, в смысле, провести в следующий раз у себя. А тут как тебе вообще... Не, ну, вообще в теории вопроса... История, нет, что они в Крыму хотят это все организовать. Ну, это же как бы троллинг, а я просто напоминаю, что Евровидение все-таки в теории вопрос. А правда, не в украинских реальностях, потому что в теории вопрос он прибыльный, но прибыльный он ведь там, где есть инфраструктура. Ну да. Да, где есть инфраструктура, поэтому у нормальных людей Евровидение бывает прибыльным. Но это не про Украину речь, потому что мы же помним, как Украина проводила Евровидение уже. Украина все проводила, и чемпионат по футболу тоже проводила, тоже очень прибыльный. Так что про деньги это отдельно смешно. Ну и про Крым тоже отдельно смешно. А как думаешь, что будет, если они заявят местом проведения Крым? Ничего не будут, лишаться денег, вложенных в организацию. Азия-видение. Ну, кстати говоря, скорее всего, есть и в Китае, и в Японии такие конкурсы. Нет, а точно есть, просто... Не, на самом деле, я, например, не сторонник того, что нужно сейчас там, да, откреститься от Запада и что-то проводить. Но надо защищать свои, скажем, права и интересы. Там вот в чате очень правильно писали про то, что нормальные люди доказали бы в комиссии о том, что эта песня, политизированная и собственно говоря, русофобская. И спокойно бы сняли ее с конкурса. Так что, Ну, я не понимаю. Надо действовать в рамках институтов. Ну, институтов и правил, да, почему бы нет? Почему укры могут, а мы не можем, да? Я не понимаю, в чем проблема, честно. Ну, людям понравилась песня, люди. Не, ну я тебе говорю, проблема. Которые голосуют им, которые реально тратят свои деньги, чтобы кинуть голос на Украину, им как бы. Ну, не сказать, что по барабану, а как сказать-то лучше. Проблема даже не в том, что им по барабану. Проблема в том, что в этот момент очередной... Ну, то есть ты какой тезис хочешь доказать? Я хочу доказать, что очередной персонаж попадает... Очередной персонаж, который по-хорошему должен был бы... Ну, и в других бы странах так и было, да? Должен был бы не законодательно, но на уровне, скажем, гражданского общества, да? Быть подвергнут гражданскому бойкоту, да? Ты не должен он. Вместо этого за ручку вводится, да, россиянами в русское инфополе. Потом люди опять будут интересоваться, почему мой ребенок прется на болотную. Ну, я утрирую, я действительно утрирую. Не, вообще, потому что ему сказали туда пойти. Кто сказал? Вот тот персонаж и сказал. Пока гражданское общество России играется в там. Ну, христианское всепрощение, да, и тому подобные это вещи. Это не игры, ты вот не понимаешь, может быть, но это не игры. Это реальное мироощущение, и как раз поэтому. Это непонимание механики, то есть вот мы уже, вот меня уже обожгло, если, я знаю, как это будет работать. Когда... Если бы было непонимание механики, многих бы людей здесь не было, наверное, в том числе меня. Это как раз именно такая механика. Многих бы, да вообще бы, наверное, Россия бы не помогала. Нафига? Ну, просто по большому счету. По большому счету, еще раз повторяю, да, в России, ну, то есть мы вот с... Я просто готов назвать список, этот список очень большой, да. Мы и Россия, но Россия просто этого на себе не прочувствовала, да, прошли весь этот путь, прошли его с Русланой, с ТНМК, с Вакарчуком, с Олегом Скрипкой и другими, это десятки. И это действительно болезненный результат. То есть, как вот помнишь в каком-то интервью, да, майдановец объяснял, как говорит, кто-то... Ну, а что ты здесь делаешь? Почему, против чего ты протестуешь? Ну, я не знаю, но как бы вот рок-н-ролл, я люблю рок-н-ролл. Люблю рок-н-ролл, значит, хожу на Майдан. В чем логика? Ну, там вот стоит рок-н-ролл, я люблю, я иду, все идут. Это freedom и рок-н-ролл, да?
Это как Вудсток, да? То есть, чувак, ну ты не на Вудстоке, ну то есть, да, то есть логика какая. Но ты же не на Вудстоке, да? То есть Майдан не Вудсток на самом деле. Есть разница в менталитетах. Я вот сейчас ее начинаю все лучше и лучше прочувствовать. Да. Что, что здесь, ну так скажем, вот проблема, знаешь, в чем? Проблема, наверное, она более комплексная просто. Вот, к примеру, русский рок в России, он в целом или аполитичный, или патриотичный. Вот в целом, за исключением там, одного-двух персонажей. Ну, так сложилась субкультура. Это не из-за субкультуры. Это из-за как раз менталитета. Потому что русский рок не патриотичный. Вот понимаешь, у нас не может быть не патриотичного русского рока, по большому счету. Ну, может, если честно, чего-то. Не может. Даже тот же Чиж, который был жутким антисоветчиком, он жуткий патриот просто. Ну, потому что русский патриотизм, вышедший из антисоветского, ну, рока-тусов, ну, субкультуре, именно и воспринимался как протестный. Как протестный, ну, и частично антисоветский. Это как раз логичное развитие протестной субкультуры 80-х. Надо же смотреть, как в ретроспективе. Отсюда он и выходит. А русский, там, я не знаю, рэп, да, вышедший из совершенно другой среды и субкультуры, спокойно может быть, грубо говоря, там и таким. Ну, русский и рэп, никаким. Русский рэп тоже очень патриотичный. Он разный, ну что-то, он разный, давай честно. Ну, разве что, не могу припомнить кого-то, но из разве что и то. И опять же, то есть пойми правильно, он в целом патриотичный, ну так, в целом, и у Вакарчука замечательные песни, да? Проблема будет в том, бог с ним, не патриотичный. Такой лиричный, милый персонаж, да, который на самом-то деле вообще всю жизнь рассказывал, какой он. Ну, то есть мы живем в культуре, да, в которой актеры, певцы там, и так далее становятся по стечению обстоятельств, да, и сдвигов сознания у людей, становятся зачастую, скажем, моральными и общественными авторитетами. Да, и в итоге, так или иначе, это все время, все эти и субкультурные вещи, и личности этих спортсменов, певцов там, да, и так далее, конвертируются в в политику. Тем более в протестную, тем более, когда речь идет о молодежи. Мы еще не дошли до той стадии культуры, я имею в виду избирательной культуры, не общей культуры, да, а именно избирательной культуры. Мы вообще, то есть и Украина, и Беларусь, и Россия там не дошли. До той стадии избирательной культуры, когда покупка себе какого-то певца на предвыборную кампанию не увеличивает рейтинги политика, а понижает, потому что надо говорить о серьезных вещах, а не трусить, понял, да? Ладно, все гораздо сложнее в рамках нашего сегодняшнего эфира. Я, наверное, не смогу это все дать, могу быстро тебе это нарисовать суммарно. В общем, я исхожу из нескольких вещей. Давай. Поскольку вот ко мне, видишь, да, ну, в смысле, обратились к нам, вот что делать, да, я, ну, то есть экскурс в историю там, да, и в наше музыкальное пристрастие, он в любом случае будет многочасовым, да. Да. Мы еще даже не трогали литературу. Литературу и кино, да. У нас Бахт-Компот был. Вот. Да. Так вот, я скажу, что, по-моему, надо делать, да? По-моему, надо четко понимать, что с одной стороны, не надо путать музыку и политику, да? Музыку и политику, там, я не знаю, науку и политику, и так далее, да? Но надо четко понимать, что человек может быть. Это не взаимосвязанные вещи, да? Человек может быть величайшим певцом, например, да, или режиссером, или ученым, или еще кем-то. И из этого никак не следует, что этот человек является там моральным или политическим авторитетом, или тем более знает, как Россия должна жить. Ну,
в целом, ну, я утрирую, понятно, да, ну, Россия и любая другая страна, потому что из умения вести себя на сцене, да, понимание развития государства не следует в принципе. Это первое, что надо понимать. И второе, что надо понимать, мы живем в такое время, и слава богу, в достаточно свободной стране, в которой особенно в контексте подобного рода вещей, гражданское общество имеет серьезное воздействие, потому что голосование рублем, да, ну прямое голосование рублем. То есть все там возмущаются, почему снимаются антисоветские фильмы, почему мы перестали снимать там хорошие антифашистские фильмы. Почему? Потому что люди от нечем заняться, я не говорю, что со зла, да, от нечем заняться, от безальтернативности, там, от непонимания, я не знаю, да, ходят смотреть эти фильмы, они за них платят. Почему украинские певцы привозят бешеные деньги из России на пожертвование в АТО? Потому что в России куча людей, причем это зачастую те же люди, которые потом передают гуманитарку жителям Донбасса, да? Но надо четко понимать, что когда, то есть ты же тоже гражданин, ты элемент гражданского общества, когда ты ходишь на концерты, этих людей продолжают в Россию везти. Когда ты не высказываешь свое фе продюсеру в интернете, на своей странице, чтобы маркетолог этого там агентства, да, ну, маркетолог концертного агентства, например, видел, что его упущенные прибыли от вот того количества людей, которые отвернулись от подобного рода ивентов, да, что его упущенные прибыли значительно превосходят полученные. Ведь люди же сидят и все это анализируют. Реально анализируют. То есть, я, например, не понимал вот этих криков. Давайте подпишем петицию о запрете там ля-ля тополя и демонстрации этого танца на «Россия-1». Вот возьмем последний, да, этот пример. Да просто не смотрите это шоу, вас оскорбили. Вы считаете, что вас оскорбили? Если вы считаете, что вас оскорбили, то вы не смотрите это шоу теряет рейтинги. Директор канала «Россия-1», ну, условного канала «Россия-1», сам вбегает в съемочную студию с криком: «Будьте вы прокляты, вы лишили наш канал рекламы, прибыли, аудитории», и сам его запрещает, без всяких петиций. Но проявите сознательность, если вы так хотите. А если не хотите, тогда не рассказывайте про то, что надо запрещать. Тогда так и давайте говорить. Мы такие. Мы будем смотреть, потому что нам заняться больше нечем. Ну, это надо делать. Надо понимать, что каждый раз, когда ты что-то делаешь, что ты элемент гражданского общества. И элемент денежного кругооборота. И от тебя это зависит. Если ты за это платишь, то это показывают, это происходит. Да? Вот фильм Зеленского тому отличный пример. Вот он провалился в прокате. И Зеленский больше не везет деньги в АТО. Потому что у него больше нет этих денег. А продюсеры, которые думали, что можно выезжать на своих старых наработках, да, и связях, и работать с мудаками, да, знают теперь, что нельзя, потому что когда ты вкладываешь деньги в мудаков, то ты эти деньги теряешь, а не получаешь с них прибыль. И при этом государство не должно мараться и ограничивать свободу слова. Это делает гражданское общество. Понятно. Будем заканчивать. Спасибо. Ну, я напоследок пошучу, хорошо, да? Если хорошо, то я коротко пошучу, да? Мы себе хорошо представляем, например, во Франции, вот после терактов, концерты ансамбля песни и пляски ИГИЛ. Нет, не представляем. И даже не потому, что, ну, то есть даже со свернутым флагом, да, но концерта песни и пляски ИГИЛ. Мы его не представляем, потому что на него там люди не пойдут. А не потому, что во Франции вдруг ограничили свободу слова, и каждую отдельную песню надо запрещать каким-то там особым указом на уровне министерств. Вот это вот называется общество сознательное. И если мы хотим, чтобы такое происходило, мы должны отдавать себе в этом отчет и действовать. Спасибо,
Джону Коннору. Спасибо. Я так, наверное, за кадром расскажу все-таки, что я про все это думаю ему, а потом вместе это как-нибудь обсудим в следующий четверг, когда... С удовольствием. Когда он к нам придет. А потом откроем с тобой передачу, там, знаешь, как вот эти интеллектуальные шоу там, с Гордоном, да, там типа там вечерний кинотеатр с Джоном и Лерсом, да? Закрытый сеанс. Да, поехали. Друзья, не переключайтесь, сейчас что-нибудь будем смотреть. Кстати говоря, почему бы нет, КП обсуждает у нас, какие события на самом деле стоят за скандальной песней Джамалы 1944. Давайте это и посмотрим.